Третий регион – это Воронеж. Воронеж – аналогичная ситуация. Там Владимир Иванович Нетесов, спикер регионального парламента, к нему тоже относятся жители Воронежа с уважением, также встречается с людьми, помогает людям. В ответ представители КПРФ пытаются его дискредитировать в глазах воронежцев. Палки в колеса вставляют. Все то же самое, историческая схема. Попытаться дискредитировать власть, пока еще правда, как я думаю, не делают, не переходят к более радикальным действиям. Но мы надеемся, его все-таки разум у них возьмет вверх или их заставят навести, стать в строй правоохранительные органы.